звездная команда, приветствуем вас. Сегодня в нашем зале прекрасная телеведущая, моя подруга Виктория Боня, покажет, что она умеет, покажет вообще, в принципе, что она хочет от меня. Привет, Лиза. Я, конечно, дорогая, буду делать со всеми своими силами, но я уверена, что с мастером спорта, конечно, мне близко тягаться даже. Дорогая некуда. Моя, я уже стала заслуженным. Ты заслуженным? Поспала. Нет. Итак, давайте начнем. Делаем волну. Да, из позиции сидя. Вперед. Ложимся. Прогибаемся, да, почти как в йоге. Гнемся. Теперь обратно. Сегодня у нас такая будет работа над позвоночником. А теперь попробую сделать кружочек такой. Раз и два. Стойка на лопатках. Ну-ка. Стойка на лопатке, да? Конечно. Умница. Теперь делаем в сторону. Вот так ножки. Мы же растягивались так долго, да? Теперь делаем вот так пассе. Теперь опять открываем. Сейчас мы встанем в мостик. Я знаю, что Виктория Бони очень хочет встать в мостик. Да? Вот, медленно, с позиции, вот, не надо со стойки. Вот, одна ручка, вторая ручка. И вот так вот, да. И тянем, тянем, медленно, спокойно. Умница! Сейчас я сделаю мое любимое упражнение, которое я люблю. Я искала, с кем я могу его сделать. Это волна. Ну что, сгибайся, сгибайся, сгибайся. Вот, молодец. И а потом... теперь... А куда? Теперь смотри, чувствую мои ноги. Чувствуешь? Да. Вот. Я такая сексуальная, красивая. С вами была Виктория Боня, Лисана Тяшева. И мы желаем вам доброго, красивого утра. Пока-пока, до завтра. И здоровья. Пока.